Премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Вы узнаете, в чем заключается политика открытости в образовании, что такое электронная школа, какие цифровые технологии приходят на помощь детям, их родителям и учителям Чувашии. Гости студии – заместитель министра образования республики Светлана Петрова и заместитель директора гимназии номер 5 города Чебоксары Юрий Михайлов. Смотрите 18 августа в 20:30.